Доброе утро! Сегодня второй день New York Fashion Week. Я бегу на презентацию. Люблю, на самом деле, утренние мероприятия. Ты такой свежий, еще бодрый. Куда ты отправляешься? Сегодня не показ сейчас будет, а презентация. Вообще очень многие бренды и в прошлом сезоне. Но вообще это, конечно, известная фишка делать не показ, а презентацию. Но сейчас у меня такое ощущение, что их особенно много. Во-первых, конечно, это сделать гораздо дешевле для бренда. А во-вторых, в эпоху, когда самое главное — это продвижение в соцсетях, конечно, можно пригласить больше гостей не на показ, а именно на презентацию, которая сделает гораздо больше контента, что мы с вами видели еще вчера, да, и позавчера на презентациях. Ну, в общем, сейчас добегу, все вам покажу. Пока бегу, порассказываю чуть-чуть вам о себе. Я обожаю неделю моды. Не знаю, на самом деле, кажется, что все ее любят, но нет. У меня, например, есть друзья, которые очень равнодушно относятся к неделе моды и вообще не понимают, зачем я на нее хожу. А я очень люблю все эти штучки, смотреть показы, презентации. Именно как презентует и подается коллекция. Мне кажется, это тоже такая часть бренда, его история. Это какая-то классная атмосфера. Первый мой показ, на котором я была, наверное, был в Лондоне, вообще первая неделя моды. Со мной случилось, когда я только выпустилась из London University of the Art, и в это время стала ходить вообще на неделю моды. Тогда на меня это произвело какое-то просто огромное впечатление. Я уже знала, что я хочу заниматься модой. Я уже поступила тогда в Марангоне, в Милане, чтобы переезжать именно в Милан, учиться на фэшн-стилиста, делать свой MA. Но именно эта атмосфера, она мне, конечно, наверное, так запала в душу, что вся моя жизнь связана именно с модой. Пока пробегаю, смотрите, какая классная штуковина изображена на здании. Так как я когда-то работала еще редактором моды, параллельно, когда еще училась и жила в Москве, то, переехав в Лондон, у меня остались эти связи, и я ездила освещать неделю моды, что-то писала, что-то снимала, поэтому это было действительно по работе вначале. В Милане тоже были какие-то приглашения и на такие именно итальянские бренды, поэтому на следующий год я побывала уже на итальянской неделе моды. Ну а потом, когда стала работать в Джилл Сандри, соответственно, я стала уже частью индустрии и поняла, как это устроено изнутри, потому что мы готовили показ Джилл Сандер, и это был такой тоже особый мир. Когда я переехала в Лондон, то здесь я уже стала ходить как стилист, поэтому, когда ты редактор, тебе очень много приглашений, или когда ты идешь от редакции, тебе дают эти приглашения. А когда ты стилист, тебе нужно просто иметь хорошие связи. То есть, если ты очень часто снимаешь бренд, да, editorial, например, или еще что-то такое, то, если тебя знают, тебе могут тоже по запросу дать приглашение. Но неделя моды — это вообще такое, по идее, профессиональное мероприятие для тех, кто работает в индустрии. Хотя сейчас можно даже купить билет, купить себе проходку и пойти, ну, если очень хочется. Немножечко пройдемся. Yeah.
кажется, это была очень красивая презентация. Я в полном восторге, не жалею, что я встала, дошла. Просто, конечно, утром не всегда хочется куда-то идти, и не всегда туда, куда ты пришел, тебя радует, и думаешь, что лучше бы ты поспал или позавтракал дома. Но мне очень понравилась презентация, и мне кажется, вообще все работает на бренд. И выбор локации, и сами гости, в общем, красота. Пока у меня есть немножко времени, я забегу в кофейню передохнуть и зарядить телефон, и после бегу еще на один показ. Мне кажется, я выбрала очень удачное кафе, оно стоит в таком стратегическом, удачном, правильном месте, что можно понаблюдать за всеми посетителями модными, которые, собственно говоря, только что тоже, вероятно, побывали или на презентациях, или на показах, и зашли передохнуть, как и я, ну или подсматривать в окно за теми, кто куда-нибудь бежит, соответственно, тоже на показы, презентации, делаем короткую остановку и иду в Сохо, покажу вам вокруг тоже, что будет происходить. Слушайте, пока прибегаю, не могу не показать вот этот легендарный просто магазин журналов. Сейчас я его покажу. Он здесь, наверное, миллион лет. И здесь собраны журналы просто со всего мира. Сейчас тут вообще-то, насколько я знаю, нельзя снимать, но, может быть, мы зайдем и одним глазком посмотрим. Вот так это выглядит. Просто здесь есть, конечно же, все варианты вогов. Это, кстати, очень красивые журналы, коллекционные. Здесь вы наверняка знаете этот бренд и этот инстаграм. В общем, если вы собираете их, то вот здесь можно их купить и посмотреть. Только они сейчас запечатаны, но я думаю, что если попросить, их можно будет открыть. Ну, в общем, да, меня попросили наснимать. Я сказала, что я снимаю как просто место показать в своем блоге. Как классное место в Нью-Йорке, но, в общем, да, мне очень понравилось, что я стала открывать журнал и что-то снимать. Ну, в общем, если вы будете в Нью-Йорке, то вот это очень классный магазин журналов. Если вам, как и мне, хочется иногда именно печатной версии себе в коллекцию или просто полистать, знаете. Мы уже в Сохо. Потихонечку иду на следующее шоу. В общем, сегодня очень еще отличная погода, и для зимней Fashion Week это прелесть, потому что если идет снег, что в феврале может быть, то, конечно, ты как заяц бежишь из одного места в другое, или потому что такси, кстати, очень сложно вызывать, идут пробки, пока вызовешь, уже шоу пройдет. Вот, и обычно ты быстро-быстро перебираешь лапками. А здесь сегодня прелесть. Не знаю, такой у меня блок о погоде, боже мой, о чем я говорю. Ну, может, вам тоже это интересно. В общем, кстати, если у вас будет какой-то фидбэк, я буду очень рада, потому что я это делаю на какой-то третий, четвертый выпуск, и хочу понять как-то от вас какую-то информацию, что вам больше интересно, что лучше снимать, какой контент лучше заходит. Не знаю, это такое пока у меня хобби, поэтому не совсем знаю, как лучше сделать для вас. Сохо во время недели моды это тоже такая модная эрия. Вообще, на самом деле, всегда в Сохо больше всего модных людей по сравнению со всем Нью-Йорком, по сравнению со всех остальных районов. Ну, что-то сейчас показываю, только несколько модников прошло. Но обычно здесь их очень много, я буду пытаться их снимать, мне иногда немножко неловко прям снимать образы и показывать вам. Но Сохо вообще всегда
в Нью-Йорке это такое место, где можно что-то интересное увидеть. Или какой-то стрит-стайл, или просто модных людей. Потому что остальная Америка, конечно, гуляет просто в леггинсах, с толстовками, и такой достаточно casual вариант у них. Вот кто-то делает интервью. Пока есть свободное время до следующего мероприятия, предлагаю зайти в Gentle Monster. Это такой магазин, в котором даже не знаешь, что нужно смотреть, на очки или на декорации. Сразу же встречают такие огромные большие скульптуры. Здесь вообще очень много инсталляций или, так скажем, декора магазина, который похож на современное искусство. Такая инсталляция. Здесь, кстати, как-то мне повезло, наверное, видим, потому что утро, что здесь вообще никого нет, обычно здесь просто толпы. Много чего можно рассматривать, кстати, многие думают, что тут только одна комната, но нужно вот так завернуть по лабиринту небольшому, и на самом деле это более большой магазин, чем может показаться сначала. Как вам? Вот это просто какая-то чумовая вещь, мне очень нравится все вот эти инсталляции. Только посмотрите. На чем ли музей современного искусства? Так, еще одна комнатка. Здесь тоже вот такие штуковинки. Очки. О, кстати, вот такие, мне кажется, могут не подойти. Здесь тоже примерим. Вот, кстати, мне кажется, очень классно смотрится. Не знаю, как показать вам. Вот такой лук, кстати, можно посмотреть. Хоть где-то его запечатлею, знаете, вот так бегаешь, и даже некого попросить сфотографироваться, или когда ты об этом вспоминаешь, уже темно. Поэтому у меня Инстаграм без фоток. Еще одни вам покажу. Такие, очень похожи на Прау Прада. Мы, кстати, одной клиентке такие подбирали, и не одной. Вы за какие? Мне кажется, знаете, все равно вот эти части, они немножко как-то очень давят лицо. Вообще, кстати, когда вы убираете очки, есть такой секрет, что вот верхняя часть должна идти по линии бровей. То есть должна закрывать бровь, и не должно получаться вот так, когда брови выше оправ. То есть, в принципе, они, по идее, должны мне идти, но мне кажется, все равно не то. Пока мои фавориты это все-таки вот эта модель и вариант в черном. Мне кажется, даже к этому луку отлично подходит. Можно взять и вот так даже пойти на второе шоу. Буквально через дорогу находится еще один классный магазин «Симон Роша». Предлагаю тоже заглянуть. Во-первых, эта коллекция сама по себе очень красивая, полная цветов, роз. А во-вторых, у меня еще есть свободное время, поэтому можно даже будет что-нибудь примерить. Здесь тоже вот такая инсталляция. Будто соты. Вот он вот здесь висит. Вот еще тоже классный жакет. Вот с такой вышитой штучкой. Кстати, мне кажется, ее можно будет отпороть. А, или она на пуговках? Нет, она не на пуговках, но, в общем, все равно очень красиво. Рубашка с розой. Кстати, посмотрите, какая классная примерочная. Здесь вот такой стул, тоже как соты. Зеркало, мой жакет. Сейчас буду его пробовать. Мне кажется, очень крутой, конечно, жакет. Ну что, мы вновь подходим, и вновь очередь.
самом деле я люблю ходить на такие небольшие шоу тоже, потому что, во-первых, открыть каких-то классных новых дизайнеров, которые потом пригодятся для какого-нибудь эдиториала, для какой-то съемки для журнала. Иногда они интересны бывают, иногда не очень. Но я не пожалела, что инвестировала это время свое и посмотрела. Конечно, публику иногда разглядывать очень интересно тоже. Такая игра в фэшн. Но, с другой стороны, why not? Все любопытно. Ну, а сейчас я бегу на день рождения своей подружки. Каким-то просто чудом, случайностью оказалось, что ресторан находится буквально в 4 блоках. И я вначале думала, что прилично опоздаю. А сейчас моя задача только найти, где купить цветы, и буду практически вовремя. Добежала и все успела. Так что, наверное, временно я отключаюсь, и увидимся уже чуть попозже с вами. Вот такой яркий-яркий марни здесь. Мы пришли, на самом деле, смотреть вон те корзинки с девочками. Девочки идут. Я пока вам вперед пройду, покажу. В общем, вот эти корзинки. Как девчонки шутят, из нашего детства связанные бабушкой. В общем, что-то в них есть. На видео? Да, мы делаем видео. И берем марни. Как обычно. Знаете что, вчера на самом деле стартовала неделя моды, и вчера я была на показе, точнее презентации Филипп Лим, поэтому сейчас я ее вам и покажу. Здесь соединялось искусство, мода и поэзия, поэмы азиатских писателей на тему жизни, работы, любви. Можно было не только прочитать, но и забрать с собой в конце презентации. Сама коллекция была представлена в виде парящей такой инсталляции из луков и сумок, в окружении больших экранов с видеорядом. Фото и видео были созданы постоянным соавтором-дизайнером Джиро Канами. И, кстати, после официального открытия эта презентация будет действовать несколько дней, и сюда можно будет заглянуть, на самом деле, любому желающему. Такая инсталляция из во время презентации работал бар, поэтому здесь всегда была длинная очередь, но а публику, это то, что я люблю больше всего, можно было рассматривать как тоже некое шоу. Достаточно большой, поэтому будем делать 2 дня. Это, кстати, я говорю заодно, если вам хочется разобрать гардероб, сделать онлайн-шоппинг или выстроить свое ДНК, матрицу стиля и найти свой стиль. Кстати, еще у меня открывается курс, новый набор.
конце февраля, в начале марта мы начнем обучение, а с середины февраля я уже начну его как бы глобально анонсировать. Но сейчас можно перейти по ссылке и оставить свои контакты для самой приятной цены. Сегодня у меня насыщенный, интересный день. Самое главное событие сегодняшнего дня – мы пойдем смотреть кутюрную коллекцию «Шанель», рассматривать ее детали вблизи. Ну, а я вышла пораньше, поэтому для начала забежим в Гудман, мой любимый магазин, и посмотрим новинки. Первым делом я всегда рассматриваю, что есть новые Скайапарелли. Здесь, как всегда, красивые мои любимые сумки и вот такие новые украшения. Конечно, перчатки с птичками. Очень-очень мило, очень мне нравится. Немножко вам сердечко Лая, даже вот такая золотая, металлическая есть. Бордовая сумка Лауэ, мне кажется, она тоже очень красивая, особенно такой цвет сезона. Как вам вот такая белая сумка, вместительная, от Джилл Сандро, она, конечно, роскошная. Или вот такая мне нравится черная, очень сдержанная, спокойная, минималистичная. Есть блеск империи на одних балетках. Я так их называю, балетки Алая. Мне нравятся вот эти с пряжкой золотой, такие крупные сеточки. Ну и вообще, кстати, прозрачные тоже симпатичные. Лоферы Миу Миу. Мне нравятся в шоколадном цвете, тоже с монеткой, но их сложно сейчас достать. Прада оригами. Красота. Кто хочет себе такие в коллекцию. Мои любимые туфельки Майсон Марджела. Мне кажется, вот эти малышки идеально на лето, с маленьким таким каблучком, аккуратненькие. Помните воспоминания, где Анна Врилан, она пишет про свои белые черевички? Вот, мне кажется, вот в таких она могла бы танцевать. Здесь есть стенд Диатима, это, наверное, самый любимый бренд всех нью-йоркцев, новая звезда. Как вам вот эти вязаные как будто макраме элементы, маленькие бусинки? Мне кажется, это очень красиво. Последний взгляд на магазин, на новинки, и мы на самом деле бежим с вами рассматривать кутюрную коллекцию Шанель в их шоурум. Сейчас время нашего аппойнтмента. Кутюрную коллекцию вообще стоит смотреть, конечно, вблизи, потому что это совершенно два разных ощущения, когда вы смотрите просто показ из зала или, например, вообще с телефона или с компьютера, где даже нет этого ощущения, и тем более нельзя рассмотреть все в деталях. И когда вы находитесь в шоуруме, где можно все потрогать, посмотреть и узнать историю каждого платья, создания каждого элемента. Здесь действительно есть что рассмотреть. Сейчас все посмотрим. Все мы знаем, что кутюр – это 99% ручного труда. Вся работа с тканями, вышивками, все детали, которые создаются, невозможно рассмотреть с фото или с видео, и нужно смотреть вживую. Я в полном, конечно, восторге. Посмотрите на вот эти, например, пуговицы или на вот маленькие элементы кружев, работу с пайетками. В общем, здесь задействовано 26 мастерских. Мастерские как во Франции, так и в Италии. I know, yeah. Exactly.
Oh yeah, Virginie was really inspired by that. And to this day, Chanel does. So один из моих самых любимых луков платьев — это платье с 1000 перышек. На самом деле, я не знаю, сколько перышек, но каждое это перышко было вырезано вручную. Как и цветочки, они созданы в совершенно разных мастерских, и потом его собрали воедино. Получилось такое выразительное, игривое платье. Как вам? Wow, they're so perfect. They just almost look like they're not real well, because they're so perfect. Hand cut. Oh my god, and probably steamed too. Hand cut to look like leaves. And maybe like ironed, you know, because they look so flat. Right? It's crazy. And then they're hand painted as well. Wow. Yeah. So a lot of detail. That was one lucky turkey to give her feathers. Yeah. And there's jellyfish camellias, because it does kind of have that like floating feathers. So yeah, it's 4 meters long. This collection we're in to Каждый вид вышивки, например, вот эти объемные 3D-цветы, пуговицы или бантики созданы в отдельной мастерской. Кстати, помните, что Шанель создавала костюмы для русских сезонов балета Дягилева? И вот вся эта коллекция, кстати, она и вдохновлена балетом. И есть даже костюм, который, собственно говоря, вдохновлен костюмом Бакста для русских балетов Дягилева. На создание платья из бантов было потрачено 300 метров лент. А в часах, если рассмотреть, то мастерицы успевают сделать 4-5 бантиков в час. Для этого платья было, собственно, создано 800 бантиков. Это если бы я была девушка с Мэдисона. Знаешь, мне кажется, что я бы... Чуть позже мы решили взглянуть на резорт, в Шанель Резорт, и здесь, конечно, буйство цвета, посмотрите, какие осенью у нас ждут цвета. Особое внимание на балетки с пряжками. Вот они мне больше всего понравились, особенно с жемчугами и вот эти маленькие интересные пряжки. И внимание на коллекционные маленькие сумки в стиле банки или кошелечка. Кстати, вот такие сумки, их создают буквально несколько штук, 1, 2, 3, поэтому они являются коллекционными, потому что их очень редко и сложно достать и редко где встретить. Продажи, я имею в виду. После, конечно, такой красоты нам захотелось пойти в какое-нибудь красивое место, чтобы обсудить все увиденное. И если вы находитесь уже вот возле Центрального парка, то на Upper West Side, то тут есть отель «Мандарин», а у отеля есть прекрасный ресторан на 36 этаже. Туда, кстати, можно подняться, даже если вы не постоялец отеля. И есть ресторан с совершенно потрясающим видом. Вам не нужна никакая 7-метровая площадка. Вы можете здесь пообедать, выпить, не знаю, бокал вина или чашку кофе, поужинать и любоваться на Нью-Йорк, на Центральный парк, или как мы, как темнеет на улице, да, и зажигаются огни Нью-Йорка, мечтать. Мне кажется, это идеальное место для завершения сегодняшнего дня.